Всем привет, с вами Анна Куц, и это первый день недели моды в Милане. Через несколько минут ко мне приедет визажист Лариза. Макияж для первого выхода готов. Мы идем, я иду одеваться. Обрезаем наши колготы, чтобы сделать из них капри, как на показе Маржела. Успели отфоткать этот аутфит бомбический у моего прям дома, у красивой стены. И теперь едем на Street Style Fendi. Совет тем, кто решит когда-либо участвовать в неделе моды, пробовать выезжать заранее, потому что с трафиком полный трэш, с вызовом такси тоже. Мы очень долго этим занимались, сейчас чуть-чуть опаздываем. Но не на Street Style, кстати, а на встречу с рилсмейкером. Тут все, многоходовка у нас. Мы приехали на Fendi, и в этом году они почему-то в другой локации проводят. Сегодня мы пришли на Harper's Bazaar. Здесь рядом мой любимый ресторанчик находится. А вообще это галерея современного искусства. И здесь же проходит вот Harper's Bazaar мероприятие. Пафосные закрытые вечеринки, тут все такие модные, капец, как будто в фильме каком-то, Дьявол носит Прада. Конец моего первого дня недели и мой второй день недели моды, и это поход на мероприятие. Так, мы сделали вот такой мейк, прикиньте, сама себя не узнаю сегодня. Сейчас я снимаю мероприятие Digital Fashion, Future Fashion. Здесь нам будут показывать инновации в мире моды. Боже мой, я тут такой фурор произвела этим луком, я сейчас вам его полностью покажу. В общем, я сначала пришла на мероприятие в нем, причем не в полном луке, а я зашла в табе. Ко мне просто подбежал, чуть не упал дизайнер украшений из Берлина. И такой, боже, когда ты зашла в этом Total Margiela луке, я сразу понял, кто самый стильный в этой комнате. Ну, а там целая куча народа, и все очень такие нарядные. При том, что я вообще не ставила на этот лук, но он типа был самый спокойный, чтобы сделать его менее спокойно, мы придумали вот этот вот макияж и прическу. И вот вообще был разрыв. Мы бежали фотографы, все ко мне подошли, я дала кому-то интервью. Я такая просто... Мне очень приятно, но я вообще не ожидала. Кроссовок, которого 3D-принтингом сделали из сахарного тростника. Да, подложка. То есть это он сделал на COVID. Ну, типа, погулял, пришел, снял, оставил всю грязь здесь, но не нужно теперь прибываться, разбиваться. Все как носок. Третий день
Fashion Week. По мнению стилистов, самый главный лук наш сегодня будет. Я уже еду, видите, вот в трамваюшке на презентацию Vogue. Вот так это происходит в Милане. И затем у нас будет стрит-стайл Prada. Я что-то ужасно нервничаю, потому что не довезли одну куртку из-за моих луков. И я сейчас висела на телефоне просто 15 минут или 20 минут с оператором болтала, чтобы мне доставили завтра куртку, а меня дома не будет, чтобы ее оставили в японском ресторане рядом с моим домом. В общем, добазарилась до этого. Они такие: ну хорошо, ладно, хорошо. Как хорошо, что я 2 года назад начала учить итальянский. Теперь я способна решать такие вопросы по телефону, потому что это трэш. Другого варианта в Италии как-то наладить доставку нет. Нужно только звонить и болтать с ними часами просто, уговаривать их привезти. Vogue 60 лет. Они сделали вот такую инсталляцию. И вот эта очередь, которую мы сейчас отстаиваем, идет куда-то вниз. Посмотрим, что там за выставка. Со мной. Сегодня 4-й день недели моды в Милане. Мы идем на стрит-стайл Gucci. И по этому поводу мы решили удалить брови с моего лица. Мы их обесцвечиваем минут 40, обесцветили по итогу. И пойдем сейчас покорять этой шапкой Saint Laurent, этим безбровым лицом, миланский стрит-стайл. Закончили стрит-стайл Gucci. Стрит-стайл стал как будто бы похуже, чем был раньше. Все вот топтались в траве, не понимали, что происходит. Ну, может быть, и тому не поняли, что происходит. Но мы в любом случае отошли в сторону и наделали крутого контента. Добрый 5-й день недели моды. У меня тут производственная травма. Мы вчера для съемки контента ползала по асфальту очень активно и умудрилась потянуть обе руки. То есть даже не одну, а обе, они ужасно болят. Мне сейчас нужно было намазаться вот этим маселком. Вообще еле это сделала. Но мы, конечно же, не сдаемся, идем до конца. Просто старость не радость. А еще я до сих пор без бровей. Как Джиган, только в отличие от него, я еще более отлетевшая, потому что сделала это абсолютно в трезвом уме. А ты сняла вот перчаточки красиво. Нет. В общем, мы идем на стрит-стайл Дольче Габбана. Он очень большой, красивый. Там трамваи ездят на фоне. Дольче Габбана, спасибо им большое, не перенеслись ни в какую дурацкую другую новую локацию. И вот мы сейчас доковыляем туда. У меня элегантный образ, но, конечно же, не без фэшн-элемента. Какого? Скоро увидите.
опаздываем на стрит-стайл. Сначала я испачкала маску помадой. Зачем-то накрасила под ней помадой, она отпечаталась на маске, и это все съехало на нос. Мы возвращались, стирали и сушили феном. Сейчас мы пришли, и поезд задерживается на 10 минут, как обычно делают все итальянские поезда. И вы можете подумать, почему я такая красивая на фэшене. Я Анатолий Че Габбана не в Mercedes-Benz минивэне, потому что это для лохов. Те, кто действительно разбирается, может добраться отлично с комфортом на метро, там ехать две остановки, и вот мы едем, потому что мы местные. У нас сегодня последний день и последний образ. Что мы сделали? Мы сделали акцентные губы, вы, наверное, сразу их заметили, и решили в противовес сделать совсем клин-клин глаза. Ну, глаза мы оставили, на самом деле, не совсем чистыми. Мы сделали прям активную скульптуру, потому что мы фотографируемся, и чтобы у нас глаза не выглядели отечными, очень маленькими, а выглядели круто на фото, мы добавили серый карандаш и тени в серо-коричневой гамме. А брови нам нравятся, поэтому пока мы их не возвращаем. Увидимся. Да. Удачи тебе в Париже. Спасибо. Выдержать это все. Сейчас же Миланская неделя моды, а дальше все переезжают, ну как все, почти очень многие переезжают на Парижскую, либо приезжают только на Парижскую, а мы на этом заканчиваем. Мне нужно обо всем подумать, все взвесить, учесть свои ошибки, переосмыслить эту жизнь. Но в целом, как бы so far, я очень довольна тем, как все проходит. Реально за 6 дней у меня было абсолютно 6 разных образов, просто 6 разных людей, мы так это назвали, со стилистами. Это очень прикольно. Ну, то есть вот только на неделе моды возможно такое попробовать. И еще в интенсивном таком формате, каждый день сам себе удивляешься, все удивляются. В общем, эмоции просто шикарные, конечно, от этого всего. Да, сейчас обсуждали, что какая-то девушка, что эту кружку можно взять с собой на стрит, но, конечно же, мы не будем этого делать. Обсуждали, что кто-то там стоял с пачкой макарон для какого-то, я не знаю, творческого высказывания. Смысл в том, что на неделе моды очень много фриков. И, в принципе, такой, ну и трэша, короче, откровенно плохих нарядов, где люди очень старались, все на себя нацепили, получился кринж. И наша задача была не сделать кринж, а то есть сделать что-то яркое, акцентное, потому что неделя моды это предполагает, но при этом остаться, ну, оставить это красивым искусством, в тренде, модным, и не зашкварным. Как будто бы все получилось. Не знаю, как правильно ударение ставить, напишите в комментариях, если знаете. Прославился в свое время тем, что у них модели на подиумах падали прям. И это такая была постмета-ирония над тем, что модели в какой-то момент ругали, тех, кто запнулся и на каблуках там ноги переломал.
А они вот над этим максимально простебались, и у них падали все модели специально. Так вот, они продолжают держаться этой концепции, и одна модель, мне кажется, споткнулась случайно, вторая случайно потеряла туфлю, но я не уверена. В общем, очень-очень прикольно, смотрите сами. Ну что, вот так заканчивается Milano Fashion Week. Я считаю, что в этот раз все прошло прекрасно. Было гораздо больше всего понятного. Со мной работали вообще самые талантливые профессионалы в нашей индустрии. Я безумно довольна тем, какие образы у нас получились. Мы старались работать именно в стиле моды, фэшн, хай-фэшн. Ну, вы все сами видели. Получилось вообще 6 абсолютно разных образов, как будто 6 разных людей. Я себя не узнавала каждый день и получила огромное количество удовольствия. И считаю, что сильно выросла как профессионал. В Телеграме своем я даю комментарии по каждому образу. Почему он был собран именно так? Какие были отсылки? Каким брендом? Какие тренды там использовались? Подписывайтесь обязательно на телегу, там у меня всегда эксклюзив, я буду вам очень рада. Но еще хочу сказать, что по ссылке под этим видео вы найдете мой авторский гайд на 30 страниц по самым актуальным трендам этого сезона. Он абсолютно бесплатный, поэтому переходите по ссылке, скачивайте, забирайте. Ну и, конечно, подписывайтесь на этот канал, потому что здесь все самое интересное прям изнутри гнездовья модного мира. Я рассказываю все про то, как устроен фэшн-бизнес. С радостью отвечаю на ваши вопросы, поэтому не переключайтесь, как говорится. Ну а с вами была Анна Куц. До встречи в новых выпусках.